Сегодня в фитнес-клубе «Йод» проходит всеукраинский турнир по подъему на бицепс, становой тяге и многоповторному жиму «Йод Кап». На помосте состязаются спортсмены не только из Украины, но также приехали гости из ближнего зарубежья. Стоит отметить высокие показатели. Во всех трех движениях установлены новые рекорды страны. Очень сильные спортсмены среди девушек в подъеме штанги на бицепс. Этот старт является последним для Харькова в этих дисциплинах, поэтому все, кто хотел в этом году попробовать свои силы в подъеме на бицепс, становой тяге и многоповторном жиме, могли это сделать именно в Харькове, именно сегодня. Дальше нас ожидает состязание по пауэрлифтингу, троеборью и жиму лежа, отдельно в жиме лежа, турнир чемпионат Украины, который состоится в фитнес-клубе «Кинг» на ХТЗ 9-10 декабря 2017 года. Это заключительный старт сезона для Харькова по пауэрлифтингу и жиму лежа по версии RAV 100%. В нашем клубе в очередной раз проводятся соревнования по пауэрлифтингу Федерации RAV 100%. Мы с самого начала открытия клуба всегда принимали в своих стенах молодых атлетов, молодых спортсменов, всегда поддерживали. И желаем им дальнейших побед и всегда будем принимать в нашем клубе. Сегодня выступала в многоповторном жиме и подъеме на бицепс. В подъеме на бицепс установила новый мировой рекорд. Это 35 килограмм при собственном весе 47,9. Планирую заниматься дальше, устанавливать новые рекорды и побеждать. На сегодняшних соревнованиях я установила новый мировой рекорд в подъеме штанги на бицепс в весовой категории до 67,5 – 55 килограмм. Прошлый мой рекорд в том году составлял 50 килограмм, в весовой категории до 60 килограмм. Моя цель на будущих соревнованиях – поднять свой собственный вес, который я буду весить на тот момент. На сегодняшних соревнованиях я выступил по подъему на бицепс в категории 67,5. В очередной раз поднял рекорд. Вес рекорда моего составлял 68 килограмм. Превышает гораздо собственный вес. Цель, конечно, была сегодня поднять рекорд 70. Не получилось, но я думаю, на следующие соревнования, если, дай бог, получится, будет все получаться, то будем делать уже 70.